Какая башня? Вон, вон там. Видишь, она чуть-чуть вот так вот да. Наклонена. Да. Так, у нас тут, значит, мороз и солнце. Мы начнем, сейчас идем смотреть. Дворец красивый. Потан. Да. Ты рад, что ли? Интрига. Смотрите в эфире. Смотрите, кто вернется в Москву. Короче, я вообще сейчас нахожусь в такой крутой штуке. Это набережная, правильно, Будь? Да, да. Короче, на набережной. И получается, здесь летом вот это вот все работает. Все, летом я тоже сюда приеду обязательно. Спасибо, вообще. Да. Ага. Короче, настоящая татарка получается. Прикол! Вы еще и чпичмак? Сегодня звезда моих сторис. Я всегда звезда. Это звезда моих сторис сегодня. Да, и вчера еще. Ага. Ладно, будешь грустить? Конечно. Конечно. Я же буду. А ты будешь? Что буду? Грустить? Нет. Ну ладно, тогда я буду за двоих грустить. Да, конечно. Ладно, я буду грустить, как ты думаешь? Я думаю, да. Сильно? Ну, сейчас ближе к аэропорту все сильнее и сильнее. Так, ну что, еще пару часиков, и я помчу в аэропорт на поляну, потом еду к сыну, много-много всего будет проходить. Но, я скажу так, если я вчера думала, что эта поездка в Казань, не хотела сказать последняя, в Казань, прошла бесследно, то нет, абсолютно нет. Очень многое, конечно, осталось за кадром, чего вы никогда не узнаете, вот, но... Все не просто так, 100%.